Я вимушений трошки прорватися. Ми продовжимо також мистецьку тему, але він в іншому руслі. Зараз прямо на зв'язку у нас Денис Любимов, співак український, який знаходиться у Китаї на гастролях. Денис, добрий вечір або утро? Ну, уже, скорее всего, вечер в Китае, да. Но в Украине, я так понимаю, сейчас 12:40. Верно. А где ты находишься сейчас, расскажи. В данный момент я нахожусь в таком городе, который, ну, в городе Ио, но завтра я улетаю в Шэньчжэнь и потом сразу же в Гонконг. Понимаю, ты находишься сейчас в гастрольном туре. Что это за тур и сколько городов он охватывает? В Китае же большой все-таки. Ну да, Китай очень большой. Ну, все произошло как? Была такая фишка, что когда-то мой клип «Любви больше нет» попал на китайский портал Йоку. Это у них вместо YouTube, поскольку YouTube у них запрещен. Вот. Попал мой клип туда, и мою песню «Любви больше нет» крутили в клубах. И это очень странно, поскольку она сама по себе не клубная. Вот. И как-то мной заинтересовались просто менеджеры, которые, можно так сказать, продвигают зарубежных артистов в Китае. Вот. Мне предложили тур по большому количеству китайских городов, таких как и Гонконг, да, и Шанхай, всякие Макао, Нинбо, ну, очень такие, много, да, городов. И я, во-первых, я никогда не был в Китае, поэтому я с огромным удовольствием сразу же согласился. Скажи, пожалуйста, какие песни там исполняешь, как реагируют вообще на твое творчество, там, есть ли у тебя уже поклонницы, и самое главное, что нас волнует, это что говорят об Украине, в Китае, о событиях последнего времени, говорят ли? Ну, могу сказать, что китайская публика кардинально отличается от украинской, моей родной публики, к которой я уже так привык, поскольку у них немножко другие понятия. То есть у них, во-первых, вот если вот так вот говорить, я видел, как у них очень часто артисты поют под фонограмму. То есть у них все артисты, большинство, поют под фонограмму. Потому что у них вообще не принято петь вживую. Я выхожу на сцену, пою вживую, и они просто все в шоке, говорят, а зачем ты поешь вживую? Ведь можно спеть по фонограмму. На что я говорю, но ведь петь вживую намного приятнее. Но очень такая интересная публика, поэтому приходится подстраивать, поэтому я даже, исполняя свои зарубежные хиты, сам ставил себе шоу, которые вот я именно подгонял их под китайскую публику, чтобы им могло нравиться. И насчет поклонников тоже хочу сказать, что да, китайские девушки западают на меня еще как. Прекрасно. Ну, у меня такой вопрос еще. После Китая у тебя ждет еще очень важный конкурс, который называется «Золотой Орфей». Мы его помним еще с советских времен. И ты представишь Украину 16 мая. Можешь рассказать об этом конкурсе? Если ты не собираешься остаться в Китае, кстати? Нет, у меня тур заканчивается, я 21 числа возвращаюсь в Украину, вот, и насчет этого фестиваля, да, ну, это был когда-то фестиваль «Золотой Орфей», который был с 1969 года по 1999, вот, в данный момент он называется «Discovery 2014», вот, и просто один, можно так сказать, московский продюсер захотел, чтобы именно я, ну, у него корни из Украины, как я понял, он захотел, чтобы представлял Украину в этом году именно я. Вот, поскольку ему нравится мое творчество, и я с огромной радостью, собственно говоря, было бы глупо отказываться представить Украину на достаточно таком популярном конкурсе, поскольку там будет, во-первых, очень знаменитое жюри, и будет около 24 стран, если я не ошибаюсь, представлять. В общем, вы поняли. Да, спасибо огромное, Денис. Мы желаем тебе всяческих успехов в покорении китайского шоу-бизнеса, ну и болгарского, и европейского тоже. Возвращайся, приходи к нам в студию с сувенирами. Хорошо. Спасибо. Денис Любимов находится сейчас в Китае на гастролях. Вот так вот украинский шоу-бизнес покоряет и другие пространства.